привет! А мы приехали в Юск. Мы еще ни разу не были. Да. А что София с нами не пошла? Мне же девочки писали в комментариях, что в Юске есть стулья, которые мне нравятся, и они по скидке. Посмотрите. Нога прикольная, да? Так. Сейчас медленно так походим, посмотрим. Ну, это для дачи. Интерьеры, тут так можно подобрать все. Постельное. А это что за вот такие? Это постельное белье, постельное. Комплект. А что сюда входит? Женя. Сюда входит реноминование. Вот. 140 на 2, это, наверное, просто. Пододельник 150 на 2,50. И одна наволочка. И да? Одна наволочка. А что одна? А, вот есть на 2. Вот на 2. 2,5 тысячи. Это будет на одну, да? Угу. Такие, мне нравится такая цветовая гамма. Светленькая, нежненькая. Так, пойдем сюда. Это просто не на резинках. 400 гривен, 350. Постельного выбор большой. Красиво, мне нравится. Практически все. Да, цветовая гамма нравится. Такие разные комплектики красивые. А это, наверное... У нас на подобие жалко было. Да, мы покупали давно, да, долго мы пользовались комплектом. А это, наверное, что-то тут 400 набор. А, тут только этот, Женя, тут просто нет. Так, ладно, так медленно похожу. Сегодня видео Юск. Одеяло. Видишь, разные. Акция. Одеялка. А, подушки? Да, утиное перо. Перо не надо, вы аллергики. Ну, есть вот без перо. Вот тут тоже ортопедические вот эти подушки, которые я не взяла. Я вот такую хотела, которая подстраивается, да, с памятью. 1500, надо было сразу в Юск ехать. Ну, значит, на следующий раз, девочки, оставляем. Потому что времени уже не так много. А вот они что же такие? Да. Подушечки. Так, мячики, это для стирки? Для сушки. Бери, бери. Это взбивать вот эти куртки, ты когда стираешь, чтобы они не взбивались. Да, упаковка 100 гривен. Мячики. Беру мячики. Они очень... они тяжеленные, да. Ты их в барабан бросаешь и стираешь такой пуховой куртки. Оно взбивает и, ну... Попробуем. Сказала, что все это фигня и... Вот тоже подушечка Memory. Да. Да, и недорогие. 550. Да, подушек выбор большой. И одеяло, да? Какие хочешь. Разные себе одеяло. 8-9 тысяч одеяло. Дорогое. Гусиный пух. Это уже декор пошел. Угу. Можно красиво.
можно ходить, все рассматривать тоже. Так, девочки. Что ты говоришь? Ничего. На стол? Это кожа еще. Да это не для стола же. Ну что, не смотри. Подставка. А, ну да. Это же все, что тут с этой серии. Там у нас есть наши. Это так у нас бахромы. Это тканевые. Под тарелочки. Есть, да. Мне нравятся кругленькие. Такие вот светленькие. 100 гривен. Картины, декор. Организация хранения. Кофры разные. 115. Удобно. Музыка играет, тогда мне придется разговаривать. Рассказывать, да. Могу. Женя говорит, вырежи звук. Без звука снимай. Свечи. Выбор. Это свечечка, это, наверное, с батарейкой. Батареечка, наверное, тут вставляется. Ау. Часы какие? А, часы, это в часы в эпицентре большой выбор. Да. А, ты же с нами не ездил. В эпицентре очень много часов. Так, бокалы. Чехол. А, это на подушечке, чехольчики. Подушечки такие. Чехлы разные, цены недорогие. Ну, смотря какой размер. Чашечка. 85. Вам подойти помочь? Нет? Да. Сейчас. Так, тут подушки. Подушки. Сейчас же не обойду круг. Подушки. Палатка. Ага. Аня смотрела, говорю, какие-то ей там полотенца понравились. Ну, не знаю. Это, наверное, шторы. Да, смотри, готовые шторы. Видишь, уже на люверсах. И цветовая гамма. Пожалуйста, выбирай себе любую. Размерную, да, длина 750, 900, 1100. Вверху по 850. Да, цветовые гаммы вообще. Ну да, блэкаут, наверное, который хорошо закрывают. Угу. Ну, сразу все, девочки, хочется. Ну, ладно. Коврики. Шапка у нас была. Но этот мелкий. У нас была такая ворса длинная очень. Ну, лучше вот такое миленькое. Мне тоже хочется в зале вот эти наши заменить. Ну, потом. Ну, такого вот типа, смотри. Что у меня куртка скрипит. Это карнизы даже. Не, это жалюзи. Да? Жалюзи. Ага, выбирай себе, какие тебе надо, да? День, ночь. Не все, наверное, белого цвета, да? Да. Не, есть не только white. Шторы, гардины. Кофры для хранения. Ой, вешалки, девочки, тремпеля красивые какие. Красивые такие, бархатные. Красивые. Ага, красивые. Так, а что это такие тряпочки какие-то? Гончирка. 250 какие-то гончирки. Такая, а что это?
Не знаю, они какие-то... Ну, не знаю, цена 250 упаковка. Она такая, как вот свитер-вязочка. Есть вот такие ганчирки. 85. Ой, контейнеры, да, какие? Да, разные. Даже на колесиках. 650 гривен. Разные. Не знаю, да, да, крышка. Вон они вверху лежат, крышечки. И вот, смотри, большие какие контейнеры. Ну, такие, не маленькие. На сколько тут литров? 14 литров. 185 гривен. Недорого. Парасолька. Парасолька. 135 гривен. Белый красивый тоже. Вешалочки. Так, тут мы с вами посмотрели. Ковдры. Одеяло. Ой, красивые, да? Ну, они же не, наверное... Стекло, да. Как падает тут по раковине, да, и все. Разбила. Хотя ни разу не падает. Смотри, какие полотенца красивые. Ой, цвет мне нравится. Такой бежевый. Да? Нет. Халат. Так, куда я хотела? Мне надо стулья найти. А, вот полотенце. 650. Рушник 650. 70 на метр 40. А меньше вот 50 этот... 185 сейчас по акции. Пойдем на стулья посмотрим. Тоже, видишь, подушки. Вон подушка 2000 аж. Акция. Кровати. Вон, пошли на кроватки посмотрим. Я же хочу в спальню, Женя, кровать. Диван убрал. Маломелях. Ну, это один нормальный матрас. Ты можешь сплошной. Не, мне вот такие двойные сплошной. Не нравятся. Нет, нравится, один что можешь. Такой-то. Кроватки. Да не, не буду ложить. Мы сейчас же не выбираем, просто смотрим. Так, тут посмотрели. Но нам надо в спальню. Можно было бы Софии вот так одну поставить, кровать небольшую. Но Аня же может приехать в гости, так что надо все равно такая, чтобы кровать была. Ну, не маленькая. Не-не-не-не-не. Нет, так, стулья. Пойдем, я в кухню хочу. Ну, говоришь, этот, ну, кровать. Матрас, ну, хорошо. Красота. Смотри, мне хочется в кухню новый стол и стулья поменять. Вот стулья мне нравятся вот такого варианта. Красивые, согласен. Вот набор неплохой. Стол, хочу белый стол и стулья. А ну отойди. Как это пластмасса. Так, стулья 2250. Тканевые на кухню, говорят, не очень практично, но красиво. А этот ластик. А стол сколько стоит? Ну, это для нас большой стол. Я видела в этом, в эпицентре стол, который раскладывается. Пойдем туда дальше еще посмотрим. Да, ну да. Сейчас посмотрим, девочки, я все ближе к музыке. И, кстати, я знаю, что... А, он очень большой. А, раскладывается, да? А, Жень, он по ширине большой, нам не подходит для кухни. У нас кухня пиндюрка. Тут хотя бы вот такого варианта столик. Он с такими стульчиками красиво. Так, да, я туда пойду, на ту сторону. Еще София хотела. А ну, я не хочу снова к ужзам. Пооблазит он уже, смотри. Ну, тогда я же... Уже обдертая. 1200. Вот такого. Или вот ткань какая-то есть. Угу. Да. Не, я хочу не такие стулья, Жень. Мне нравится вот такого типа. Вот, вот такие ножки. Вот беленькие стульчики. Вот. Жиденькие, не. 1650. А столик? Жень, а стол нравится такой? Но не раздвигается. Нет, нет. Вот говорю, в эпицентре он там еще было видно. Серединка раскладывался. Так, а ну вон, смотри. София, кстати, в спальню себе такого типа стол хочет. Вот этот крутилку убрать наш.
Он цена 1650. Чего? Хоть бы мне камера нормально снимала, я так переживаю, потому что так ходишь, снимаешь. А? Аня, смотри, шкафчики какие красивые, интерьер. Да. Сейчас. А. Я не таких, она вот такого типа хотела, да. Так, 2,5. А вот стульчик, да. 1650. Ну, это когда в спальне уже ремонт будет, чтобы все по цвету подбирать, чтобы было красиво. Не, да белое все. Ой, зеркала какие красивые. Здрасте, глянь, какое зеркало. Красивое зеркало. Аня. Мне здесь нравится все. Для интерьера можно выбрать. Камилочка себе купила. А что ты купила, Камилочка, себе? Краски. Ой, вот эти мне нравятся. И кисточка. Вы догадываетесь, что я хочу в комнату? Я знаю, что оно тут 100 пудов есть. Мое любимое зеркало с лампочками. Софи, мы сейчас ничего не покупаем, мы просто рассматриваем. А вы покупаете? Вон еще зеркало классное. А вот этих вот два есть. Очень много интересных таких есть вещей, чем можно придумать для интерьера красивенько. Так. Мне хочется, чтобы у Ани в зале была тумба. Вот мне нравится. А, вот что он такой. Вот это мне не нравится, что он такой. Или это так и есть? Не, это такой эффект, как старое под, дерево. Под старое? А, да не, мне слышь, так не старый, нравится. Это, заделал в любую квартиру с отдыхоспитной бабушки. И там такое самое на голове. Нет, такое нет. Такое нет. Вот для прихожки, наверное, шкаф, да? А ну, открой его. Но он какой-то низковатый, да? Да, это для прихожки. Хотя его можно куда угодно. А как открывать? За низ все время, ну, да? Нет, а вот этот? Тоже вот. А, да, неудобно. Лучше вот так, когда... Ну, с лифтами. Угу. Тоже зеркала красивые. 5400. Вот 4... О, я уже в прихожку хочу вот такое зеркало на стену повесить. Тебе что, в спальне мало этого? Да. Шкафа какой-то, тоже большое зеркало. В прихожке вот тут между шкафами. У нас тоже проход такой небольшой, и оно будет наоборот визуально расширять. Вон раскладушки с матрасами. Да не надо мне раскладушка, Женя, своей раскладушкой с матрасами. Ну, в общем, стульчики. Сейчас я еще поснимаю себе. Ты ко мне хотела? Иди, зайка, ко мне. Бабушка стульчики смотрит. Ой, какая красота. Моя ты бубочка. Будем дома сегодня с тобой рисовать, да? Вот стул 2,5. Тебе такие стулья нравятся? Нет, мне нравятся такие, только на колесиках. А, есть такие на колесиках. Смотри, не уходи от нее. Если в комнате, то на колесике. А, Анечка на полотенцах. Ну, пойдемте сходим, посмотрим. Ой, в прихожку. Аня, лянь, прикольные, да, вот эти? Тумбы. Мне зеркала нравятся, прям в них влюбилась. Я уже в прихожку хочу, вот эта стена, где ванная, зал, вот тут, вот так просто зеркало. А я там стояла в этом, узенько было, и нормально. Так, девочки, полотенечки, цветовая гамма. Тут все вот так вот, раз. Ну, я останавливаюсь, вот первые два варианта. Для меня подходит белое и вот это. А, и это вот красивые.
Не, у тебя слоны все. А, слоны, да. Мне просто цвет понравился. Я хочу, смотри, вот. Вот мне нравится, вот. Смотри, я беру вот такие себе. Для чего? Женские, беленькие, на крючочке. Не у тебя коричневые, синие. Ой, подожди, подожди, у меня ж кисточки тут. Ой, Аня, мне Лёшка все падает. 4 килограмма креветок врачом спонсирует, я ретаю. Сегодня у нас будет прощальный ужин, да, с креветками. Ой, хорошее полотенце. 370 гривен. А сейчас же 40 лет Юску, они сказали. Да? Акции, поэтому такие большие. Стоило 500 гривен, девчонки, большое полотенце. Смотрите, я размеры. Я купила 2 сереньких, себе 2 беленьких. А у меня, куда? У меня вот такой цвет. Да, вот такого можно брать. Можешь и кости вот того цвета брать. Все такие взять, да? Надо брать комплектом. Такое, такой размер. Смотри, 90 стоило, девочки. Вот так. 130. Это... Ладно, на это я не сейчас приеду. Ну, на днях надо приехать тебе, чтобы ты это, пока акции. Вот тоже беленький. Ань, смотри, какие симпатичные вообще. Девочки. 165 гривен. Вообще классная. Ань, иди глянь. Вот это хорошее? Нравится? Я думаю, она впитывает хорошо. Смотри, была. Да. Халаты разные. Тоже девчонки цены. Я вам показываю. 450, 650. Вот разные цены. Тепленькие. Вот так смотрится вот халатик. Мягенький такой. Это вон первый был 450 гривен. Вообще. Вот этот цвет красивый такой. Ну, как-то вживую более пудровые розы. Женя, что там возмущается? А вот еще рушнички. Кого? Коврик? Нет, я не люблю в ванной коврики, потому что все время вытираешь воду. Особенно, когда под унитаз стелят, и вообще... Ну, мне лучше пусть будет голый пол, я его вытерла, и все. Не, я не люблю. Не. Раньше нравилось, я покупала, сейчас нет. Мне практично вытер, и все, пол. Не, ну приятно ножкам стоять, ну. А вдруг Микки перепутает пеленочку с ковричком? Не надо. Микки, вот эти полотенца понравились. Наверное, возьмут этих полотенец. Прям понравились. Смотрите, цена какая хорошая. 165 гривен. Возьму пару штучек. На, Женя, два, да, два возьму. Беленькие. Так, девочкам еще хотела что-то показать. Ой, а что это такое? О, барашка. Я хотела вам дозаторы красивые показать в ванную. О. Да сейчас я не дошла. Полотенце для... Хотела маленькие взять, девочки. Дозаторы, девочки, красивые тоже разные. Есть пластиковые, металл, керамика. Приезжайте в Юск, очень большие скидки. Что-то можно подобрать. Завтра все поедут. Ну а что, а что не поехать? Пусть едут в Юск. Ну, не Смирнограда. Так. Ну, пока ты здесь, можно. Или кто рядышком живет. Да, скидки большие на все разное. Столики такие... Сзади можно, да, так уголочек поставил. Прикольно. Маленький. Да, да. Как 70-е годы вообще. В зеркало девчонки влюбилась, они меня манят. Манят. Вот это вот за 5000. Прям нравится оно мне и все. В прихожке. Где там ты? Вот между ванной и залом.
вот эта стена. Вот там прям... Где просто лист зеркала купили, поставили? Лист зеркала? Так а в рамочке мне нравится красиво. Зачем мне лист зеркала? Эффект такой безрамочный, вообще больше там смотрится. Сразу. Сразу рубишь все на корню. Так, ковшик 2250. Что это за ковшик? А что ковшик? Кошик. А, это классная вещь для грязного белья, девочки. Или нет? Нет, только не для ванны. А я... Ну, можно туда белье складывать. И как тумба у тебя. А вообще все, что хочешь, можно сюда. Хотя это для прихожки. Может, это для чего-то другого? Это прихожая, вот, стоят наборчики такие вот. А я тут! Не кричи, да. Пойдем. Так, ну все, мы посмотрели, пошли еще раз пройдем через стулья. Я вот так прохожу, ну просто я потом, когда видео буду монтировать, оно мне останется. Мне вот этот нравится, 2250. Знаешь, какие классные. Ну, хочу на него сесть, девочки. Ой, Женя. Оно для кухни. Вообще для кухни практично вот это вот. А, тут сидушка, смотри, она мягкая, кожзам. А ну-ка на этот сесть. Удобненько. Удобненько. Тебе нравится? Да. Ну тут кожзам, Женя. И вот тут, знаешь, вот тут весь мусор будет собираться, да? Да. Вода ровная, чтобы было. Угу. Пойдем. Такие вот. Сейчас, Жень, подожди. Я смотрю. Вот, надо, чтобы вот тут не было у того зазорчика. 2250. Тебе вот эти нравятся, да? А ну присаживайся. Присядь. Удобно тебе сидеть на нем. Да, хорошо. Классно, да? И мне удобно. Посидели чуть-чуть и хватит. Так. Разные стульчики. Все, идем на выход. Ага, вот Анечка. Я говорю, Ане надо в зал ей тумбу такую повыше брать. У нее очень зал большой, а тумба низковатая. Все, Женя, иди сюда, касса здесь. Куда ты убежал? Да. Угу. Я хотела, Жень, стул себе вот такого типа, только на колесиках. Вот, видишь? Да, ну. Они... Да. Сейчас, Женя. Ага, положи туда. Сейчас мы подойдем. Сейчас стульчик. Сейчас я еще тут посижу. Ой, удобный. Девочки, удобный стульчик. И тканевый. Ну, бей, как хочешь. Мне не надо, чик. 3500. И стоило 5900. Почти 6 стоило. Удобный стул. Ну, попробуй присядь. Все, спасибо, до свидания. Сейчас еще раз. А ну подожди, Жень. А этот лучше, знаешь, чем? Тут нет быль вот этого. Ну, нет. Да, тоже удобно для стола. 3699. Очень удобно. Сидишь себе, занимаешься. На том удобнее было сидеть. Цена дороже, конечно. Я везде посидела. И как Машенька еще надо полежать. Так. А, это что, погонька? Готовить. Готовить хочешь уже, да? Не, это... Не, это чтобы распали там, ну, угли там горят. Для красоты, для интерьера все. Да. Аня, да, такой столик во двор, да? Да, там будет. Угу. Тогда лучше уже тебе брать, чтобы поэффектнее будет. Не, просто смотри. У Олега, да, во дворе тоже, да, вот такое? Пластик одинаково везде. Так оно у них на улице все время стоит, и хоть бы что. Так.
Так что мне понравился Юск. В следующий раз хочу постельное там. Ну, в общем, это на следующий раз оставляем. Тоже мы первый раз только сюда приехали. Понравилось мне. Ну, тут тоже какой-то магазин. Так, идем к девочкам. Все, Аня в машине нас ждет. Магазинчики, магазинчики. Детский магазин. Золото, бриллианты. Все. Ходить больше не будем, едем домой. Надо сумки собирать, завтра утром уезжаем. Что ты хотел? Мидия? Мида? Ну давай, обувь хотел глянуть. Мы с этими, с полотенцами ходим, с пакета. Чем мы пакет не взяли? Ты обувь хотел глянуть? Вот новая коллекция. Тебе под красную футболку. Акция, скидки. Это не кожаная, она же 1392, или кожа. А что так дешево? А, старая цена, вот, 2,5. Размеров нету, остался 43 и 45. Легкие, вообще невесомые. Прикольные. Мне такие нравятся. Такие прикольные, да? Угу. Бегать. 842. Не, мне не нравится. Вот на видео смотришь, что эти шнурки цветом. Цена сказала, что нет, нет цвет. Шнурков не нравится. Ну, да, выбор большой. Обуви. Кроссовочки. Вот, бегать на лето сеточки. Угу. 1728. Ну, а какие? А какие тем, да? Ну, на баре кидца 300 гривен возьмешь сеточку. Хорошенький, легкий очень. Вообще невесомый. На лето сандалеты. У Кости что-то такое похожее есть, ага. Давайте женское уже посмотрим. Мокасинчики. Тоже легенькие. Ну, 1500. Хорошенькие. Я люблю белую обувь, девочки. Босоножки. Так. Это что говорила, я ничего брать не буду. Ну я так, чуть-чуть, полотенечки. В следующий раз хочу заменить, чтобы все однотонные были. Ну, лимит уже исчерпан. Пора ехать домой. Вот. Ну, ничего. Нормально. Теперь снова посылку отправили, теперь это будем с собой везти. Блин, дождь начинает. Ну, я же не думала, что я еще что-то найду. Все, поехали домой. Чемоданы собирать. Мне так хочется супика какого-то жиденького. Что мы... Все, едем? О, нет, такой не очень. Ген, тут стоял? Да, она поставила. Такие эти коробочки интересные. Библиотека, да, называется. Мне понравились вот эти вот. Они разные, да? Это, да, это лоу-кетчер, а это какие-то Вот этот мне понравился аромат. 967. А вот это салаж, да? Ага. Да. Что они говорили? Угу.
Ну, давай еще какие-нибудь понюхаем для интереса, зелененькие. Давай зеленый попробуем. Давай. Ну, сладкие такие все, они фруктовые. Угу. Да? Ну, это не сильно сладкие, есть такие вообще прям сладкие-сладкие. Ну, надо не красные. Тоже еще другие. Это вообще овощи такие мыльные. Фиалка, да, или сумма? Ну, что да. Такое? Угу. Еле креветок там нас собирала. Рыбка какая красивая, девочки. Помнишь, на моей свадьбе 400 мин было, 980. Семка, 950. Аня, креветки набирает. Рыбка копченая. Это мы в росте. Уже с витрины забрали креветки, тут хоть размороженные, да. Я знаю, где в росте продается рыбка, селедка в бочечках. Цена. Оселебить. 8,90 за 100 грамм. Так. Все, мы идем на выход. Ага, мои уже ускакали, пока я снимаю. Вот цены. Капусточка. 25,90. Брокколи 154. Червона 57,90, цветна 149. Пасечек сколько много, гляньте, в росте. Ух, выбор. Ладно, я побежала на кассу. Уже приехали девочки домой. Я видео хотела уже там в магазине попрощалась. Ну ладно, тогда продолжим. Нам до Сани видео снять. Я говорю, давай тут сядем. Аня говорит, я не люблю на вот этих зебрах. Я говорю, ой, у меня девочки просили зебру снять поближе. Я мечтаю, девочки, отодрать эту зебру и переклеить, найти вот такие обои, но только не зебру. Я не а могу. Мне нравится, оно как-то прикольно мне сочетается. Мне нравится эта зебра. Вот эти обои. Поближе покажу. Вот они вот так выглядят. Видно? Пока мама приехали домой, бегом варим супчик. Камилочки. Прикольно, да, супчик, смотрится? Мне нравится. Мама, кстати, очень сильно хотела суп. Да, мама, я хочу супик. Мама, варю для тебя суп. Для тебя суп. И там он так. Что-то. Зебра. Маме нравится моя зебра. Да это люди попросили показать. Показать обои, да. Зебры. Я уже показала. Хорошие. Так что показала вам. А то забыла. Это Аня напомнила мне, я вспомнила. Потому что много комментариев, девчонки, все. И много информации. Бывает, что-то забываю. Я вам всегда говорю, вы мне напоминайте, если что. Если вдруг я забыла. Потому что тут думаешь одно. А потом тебя закружили, и ты за все забыл. Так, все тогда. Уже на сегодня с вами попрощаюсь. Очень мне понравилось в Юске. Много чего там хочется. Ну так вот, я поснимала, потом буду видео монтировать и смотреть. Что-то тебе в глаз потом больше упадет. Полотенце белое взяла одно, маленькие там взяла еще полотенечки для пробы. Если понравится, я могу Аню попросить, а Аня их мне докупит. Потому что, ну, хотя там написано 100% хлопок, значит, впитывать должны хорошо. Все, девочки, пока. До следующей встречи.